Какое блюдо считается у таджиков национальным? Плов у нас готовится просто так для семьи, по особым случаям, по праздникам. Когда гости собираются, мы готовим плов. Это самое распространенное национальное блюдо. Почему они так любят чай? Чай везде. Таджикистан, любая точка, чай – это у нас напиток. Постоянный и ежедневный напиток. Летом холодный чай, зимой горячий чай. Как научиться играть на карнае? Вот там внутри есть струня, вот как раз получается, вот когда мы ставим на губы, и мы уже ритм создаем. То есть большое дыхание, во-первых, нужно, а во-вторых, уже ритм. Если ты ритм не знаешь, ты не сможешь звук передавать карнаю. Смотрите программу «Самара многонациональная» 29 августа в 19:50 на телеканале «Самара ГИС».